Век современных технологий необходимо успевать за темпом и новыми течениями жизни. Особенно это касается подрастающего поколения, в чьих руках будущее. Уникальный в своем роде проект «Яндекс.Лицей» с этой целью разработал программу двухгодичного обучения школьников. С этого года программа доступна и для юных жителей Ненецкого округа. Яндекс.Лицей – это образовательная программа, которая рассчитана на 2 года обучения. Первый год – изучение основ языка программирования Python, второй год – основы промышленного программирования. Мы понимаем, что сейчас у нас практически 20% всех выпускников школы, они в основном идут с профессией, связанной с IT-технологиями, потому что за этим будущее, да, тем более у нас таким главным локомотивом сейчас в том числе в стране является Яндекс, который запускает очень много интересных проектов, как в области уже беспилотной техники и управления этой беспилотной техникой. Мы понимаем, что за этим будущее, и чтобы ребята наши тоже были в этой струе и нашли себя в жизни. Региональной площадкой для реализации проекта «Яндекс.Лицей» выбран Ненецкий аграрно-экономический техникум. В ходе конкурсного отбора были определены 2 кураторов проекта. Педагоги прошли обучение в офисе корпорации «Яндекс» в Москве и уже ждут своих будущих студентов. Хочу акцентировать внимание, что мы берем деток, которые не умеют программировать. То есть нам не нужны дети, которые уже имеют представление. Мы берем даже тех, кто даже ни разу не пробовал в своей жизни программировать и даже не знает никаких азов программирования, никаких языков программирования. То есть просто нулевые в плане программирования дети нам тоже нужны. Самое главное для ребенка, чтобы пройти этот отбор, для меня вот таких 2 параметра, это логическое мышление и большое желание, огонек в глазах, который говорит о том, что я хочу научиться этим заниматься. Вот такие дети нам нужны. В рамках пилотного для региона набора планируют организовать 2 группы учащихся по 15 человек. Их участниками могут стать школьники с 8 по 10 классы, а также студенты 1 курса организации среднего профессионального образования. Возраст строго ограничен – это 14-16 лет. Для зачисления необходимо до 11 сентября зарегистрироваться на сайте проекта и пройти тестирование. После этого всем претендентам 14 сентября придет письмо с дальнейшей инструкцией. Python на сегодняшний день – это самый популярный язык программирования. Многие сервисы, проекты Яндекса как раз-таки реализуются с помощью данного языка. В мае у нас было собрание школьников, мы приглашали, сделали небольшую рекламу. И сегодня, 30 августа, впервые в нашем регионе стартует этот проект по отбору школьников. Но те, кто желает заняться программированием, те, кто интересуется программированием, пожалуйста. Финансовую поддержку проекта на территории Ненецкого округа оказало акционерное общество «Ненецкая нефтяная компания». Напомню, Яндекс.Лицей – это образовательный проект Яндекса по обучению школьников программированию. Учебная программа рассчитана на 2 года. На занятиях ребята знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике. Обучение в Яндекс.Лицее бесплатное и не требует специальной подготовки. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».